Всем привет! Сегодня с вами опять Александр Бондарь и Татьяна Балашова и передача «Спорт в Мисте». Сегодня мы будем проводить тренировку спины. Начинаем тренировку мышц спины. Мы стяги верхнего блока широким хватом груди. Татьяна вам продемонстрирует, как выполняется это упражнение. В этом упражнении участвуют широчайшие мышцы спины, ромбовидные мышцы спины, ну и также участвуют бицепсы и задние дельты. Плавно выполняется упражнение, подтягиваем к себе. Самое главное, это ложим на самый верх груди. Тянем к самому верху груди, стараемся сделать такое движение, как будто вы хотите локти сомкнуть сзади. Сжимаем лопаточки в нижней фазе и растягиваем их обратно. Выполняем 5 подходов по 12-15 повторений. Вторым упражнением на сегодня будет горизонтальная тяга в наклоне. Используем тренажер, который будет держать наш корпус. Хват используем параллельный, ладошки смотрят друг на друга, спинка прогнута, грудь подняли, головка смотрит вверх. Главное не сутулиться, не сгибаться, потому что так вы не проработаете мышцы спины, а только нагрузите руки. Локти максимально близко к корпусу прижимаются. Делайте такое движение, как будто кто-то тянет вас сзади за локотки. Также вы должны сжать лопатки в верхней позиции. И плавненько опускаем и растягиваем мышцы свои в исходную позицию. Вы должны выполнить также 5 подходов по 12-15 повторений. Завершающим упражнением на сегодня будет гиперэкстензия. Это упражнение включает в себя тренировку поясничных мышц, также включаются ягодичные мышцы и мышцы бицепсов бедер. Поэтому оно более такое комплексное, базовое, и использовать его надо или в начале тренировки, или в конце. В нашем случае мы сделаем его в конце. Татьяна сейчас продемонстрирует вам. Спинка ровненькая, сильно глубоко уходить не надо, и выпрямляться надо до ровного положения корпуса. Наклонились и обратно. Главное, следим за дыханием, выдох наверх, дыхаем вниз. Выполняем здесь 5 подходов по 20 повторений. Делаем плавно, мягенько, не спеша. Также можно использовать блинчик. Татьяна продемонстрирует вам, как его лучше держать. Да, есть много вариантов с блином выполнения. Надо выполнять так, как вам будет удобнее. Когда вы взяли отягощение, главное не спешить. Также начинайте с самого меньшего веса. 5 килограмм, 10 килограмм. Не более. Ну а теперь, после выполнения упражнения гиперэкстензия, я рекомендую вам сделать растяжку для того, чтобы снять напряжение с мышц спины, растянуть их. Сейчас Татьяна вам продемонстрирует, как это сделать. Ложимся, обхватываем ручками коленки и на выдохе начинаем растягивать себя. На сегодня тренировка спины закончена. Вы увидели основные упражнения, которые вы должны будете выполнять на каждой тренировке для поддержания вашего здоровья и красоты. Всем до свидания. Встретимся в следующих выпусках.